Всем добрый день. Сегодня наша команда выехала на охоту. Мы сегодня взяли с собой Monkey Bug Garner, бюджетный вариант. Я хочу про них рассказать буквально несколько слов. Значит, первый легендарный монок Double Nasty 2. Не удивляйтесь, что он такого цвета. Привыкли все к зеленому монку. Но сейчас появилось очень много моделей различной цветовой гаммы. Поэтому стоит обратить внимание на этот монок. Он действительно рабочий, двухязычковый, хрипатый. Ну, я думаю, что у многих он есть. То есть звук. Кстати, конкретно вот на этот монок были добыты эти трофеи. Следующий моночек, монок Tall Timber. Это одноязычковый монок для большой воды. Тоже модель, которая востребована на большой воде и на лиманах. Также взаимозаменяемая модель — это Big Water. Модель Big Water. Они совершенно идентичны и работают так же самое громко, эти обе модели. Отличие только цвета. Big Water и Tall Timber. Монок, который нужен для такого большого водного пространства. Хочу обратить внимание на монок Firecracker. Firecracker монок двухязычковый. Дерево какабола и поликарбонат. В чем преимущество этого манка? То, что у него есть система Short Banner Technology. Значит, что это за система? Которая позволяет при минимальном выдуве давать максимальный звук. То есть я сейчас продемонстрирую. То есть я не напрягаюсь, так как на других манках. Но здесь звук намного приятнее, как мне кажется. Просто это версия бюджетных манков, которая как бы у нас не разрекламирована в Украине. Как для меня, мне нравится сам мундштук, форма мундштука, которая очень приятно манить, и действительно звук очень интересный, поэтому я обращаю ваше внимание вот на этот моночек. Бюджетный вариант, цена такая же самая, как у Double Nasty. Остальные варианты уже мы расскажем вам позже про эти манки. Это уже немножко другая версия, это версия Working Man. Подороже будут, но мы уже расскажем в следующих наших выпусках. Удачи, до новых встреч!